Привет-привет, Алисонька, какая у тебя сегодня куколка? Барби? Барби! Из серии Made to Move. Это Барби Йог. Она очень подвижна, у нее много интересных шарниров в разных местах. И ей можно делать шпагат, мостик, да? Она может заниматься зарядкой. Она может... И на пояс. И на пояс может ручки ставить. И она может заниматься гимнастикой. Она огогочки делает. Вот так, да. Куколка очень классная для позирования, для фотографии. Какого у нее цвета волосы? Светлый. А топ какой у нее, кофточка какого цвета? Розовая. Правильно, это Барби Made to Move Pink Top. У нее розовая кофточка. Так как эти куколки отличаются, можно я покажу? Отличаются своими только цветами нарядов и волосами. Лички, конечно, тоже отличаются. Вот, но суть та же. Они подвижные. Подвижные и очень красивые, правда? Тебе какая из этих куколок больше всех нравится? Это и это. Джойс и Барби, да? Джойс вот такую мы уже открывали. А теперь пришла очередь Барби. Барби блондинки йога. Это фирма Mattel, выпущена куколка в 2015 году. Сделана в Китае. Made in China. И мы сегодня будем ее распаковывать и доставать, да? Будем ее раскрывать? Да. Давай посмотрим, как ее открывать. Да. Это куколка витринная. Коробка здесь открывается только если оторвать витрину от коробки. Ее зовут Йога. Йога. Барби Йог, да? Да. Да, это Барби Йог. Это можно, конечно, повытаскивать. Барби Йог. Барби Йога. Да, она йогой занимается. Она ведет здоровый образ жизни, правда? И это здорово. Отрываем коробку? Да! Ее можно будет оторвать. Сейчас мы ее оторвем. И покажем вам эту куколку. Лизи. Открывай куколку. Будем доставать? Да! Получается у тебя? Попробуй резиночки открывать. Ножки держатся в резиночках, они все несложно снимаются, точнее аккуратненько. И нужно по очереди все резиночки с ручек, с ножек поснимать и дополнительные срезать с тела ножничками. Я помогу. Смотри, вот так просто снимаются резиночки. Да? А рука прикреплена. Рука прикреплена, ее можно снять. Давай ближе покажу. Снимай резиночки. Вот, молодец, снимай резиночку с руки. Видно? Все. Молодец, и вторую ручку тоже снимай. Алиса снимает резиночки с нашей куколки, чтобы ее можно было достать из коробки. Меня зовут Алиса. Молодец. Давай посмотрим, где тут надо разрезать. Можно на секундочку? Да. Давай, вот здесь вот нужно аккуратненько, аккуратненько. Сейчас мы с тобой. Я достанешь, достанешь. Достану. Давай голову помогу, подожди, ее нужно не оторвать же, аккуратненько. У нас остались только волосы с тобой, да, и голова. Голова тоже у нас на резиночках, а вот здесь у нас голова прикреплена. Так что нужно открывать. Сама. Подожди, здесь нужно отрезать ножничками. Алиска, она не оторвется так. Голову Mattel прикрепляет прямо вот такими вот штучками к голове. Их нужно аккуратненько срезать. Надо сама срезать. Держи. Алис, покажи куколку, расскажи о ней. Видите, пустая коробка осталась, здесь ничего нет. На пояс руки ставить. Ух ты, она очень любит позировать, правда? Она чего не ставит? Можно я покажу ее вблизи? Чего она не ставит руки? А тут нужно аккуратненько с шарнирчиками. Их нужно аккуратненько выворачивать. Волосы у нее лаком хорошо сбрызнуты. Такие у нее красивые локти.
Вот куколка Плюси. У нее красивое личико такое. Очень миленькая. Правда она красивая? Сережек у нее нет. Волосы у нее прошиты. Но они не сильно густые. И подстрижены они не очень ровно. Стрижка волос, конечно, желает лучшего. У нее такая более современная стрижка, как лесенкой. Да, ножки у нее шарнирные. Коленки сгибаются. И она очень симпатичная, правда? Правда. Ты хочешь ей ручки поставить вот так вот? Да. Видите, и у нее еще торс подвижный, так что она может делать зарядку. Зарядку. Красивая куколка? Да. Что у нее одета, Алисочка? Куколка. И штанишки, да? Да. А есть туфельки в наборе? Нет. Нет, в коробке есть только куколка, в штанишках и в кофточке, да? Угу. Больше никаких аксессуаров к ней не идет в наборе. Угу. Это Барби Йог. Барби, блондинка с голубыми глазками. Красивая? Она же гимнастка, ух ты! Она может стоять на носочках, может стоять на стопе полностью и может даже стоять на пяточках. Да. Да. Она очень любит позировать, у нее это отлично получается. И она стройная, красивая куколка Йог, у которой есть мышцы. Смотри. Да, получилось? Да, она получается. Красиво, правда? Не-не, так она не сядет. Надо продольно делать. На коленке посадила. Эти куколка может сидеть на коленках. Покажи, какая она гибкая. Она же гибкая куколка. Гибкая. Да. Гибкая. Поэтому она может делать что? Гибкая. Она может делать мостик. Мостик, как я. Да, ты тоже хочешь мостик? У нас здесь небольшая дырочка на кофточке. Это так пришло. Это здесь прошито аккуратненько, а здесь не очень. Она еще не открывается. О, смотри. Эта куколка делает мостик, да? Она не может открываться. Не может оторваться? Открывалась! Да, куколка умеет делать все, что хотите. С ней можно играть, интересно? Еще можно. Да, она умеет и подтягиваться. Ух ты, она жабку умеет делать. Да. Классная куколка? И я тоже могу покатать. А ну покатай ее. А это хореография. Да, Лизка с куколкой занимается. Классно? Красивая куколка Барби? Да, красивая. Тебе нравится? Да. Она делает все, что угодно. Да, она может делать все, что угодно. Единственное, такими куколками лучше сильно не играть, так как шарниры все-таки могут сломаться. Это больше куколка для коллекционеров и для тех, кто любит фотографировать этих куколок. Спасибо, что были с нами на канале Queen Alice. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч! Пока-пока! Куколка тоже может ручкой помахать? Пока-пока!